В независимом арт-пространстве «Квартира 26» новая выставка. Особенности течения творческого процесса при повышенных температурах изучала арт-критик Ута Кильтер. Непомерная жара, а еще лучше, точнее, спека. Этого лета не помеха для творческих личностей. Они также мучаются, как и другие, что находит выражение в их работах. Александр Лисовский, к примеру, уже не жаждет на Мальдивы укатить. А вот этот обгоревший до ракообразности персонаж полотна здесь, у нас, в Одессе, летом, смотрится очень даже реалистичным, а не символичным. Из числа понаехавших тут в арт-спейсе «Квартира 26» были обнаружены киевский искусствовед Галина Скляренко и лично господин Войцехов, легендарный художник одесского андеграунда, нынче перебравшийся в Первопрестольную, то бишь Москву. И отнюдь не прибывшим к нам именно летом. Но самим себе посвящены дубль портреты Владимира Мухина, себя и супруги Ирины Кандулайнен. И они, эти изображения, очень метафоричны, выполнены в нарочито брутальной технике письма. Дубль портреты Оксаны Спиндовской вообще принципиально обезличены, то бишь лица как таковые отсутствуют. Это может быть кто угодно или всяк, каждый. Ибо тут живописец, как то ей свойственно, работает с телесно-пластическим образом человека. Ну а наши летние хождения по ходеньке на море убеждают, что именно характерная скульптурная составная фигуры и является определяющей летом, в жару и особенно на пляже. А ArtSpace «Квартира 26» демонстрирует через свежесозданное творение и то, каково одесситам летом, и стойкую творческую продуктивность.